Друзья, привет, с вами Маргари. Сегодня покажу, как можно упаковать покупки. Ну, то есть я отправляю своим покупателям, да, покупочки, в чё я их упаковываю обычно. Большая часть моих продаж — это, конечно, Poshmark. На Poshmark очень удобно, что это priority mail отправка. Вот у меня, видите, куча коробочек стоит. Это все priority mail. Их можно взять в почте, ну, USPS, в любом, то есть, да, отделении почты. Можно туда прийти, там у них обычно есть стойка. На ней прям вот priority mail и экспресс лежит. Но экспресс не подходит, только priority mail, вот эти вот красненькие, flight right. Вот, также можно заказать у них доставку. Вот видите, там тоже еще пакеты разные. Можно заказать у них прямо на почте. Если у вас есть личный кабинет в USPS, вы можете туда зайти и вот эти бесплатные priority mail заказать нужного размера в нужном количестве. То есть это очень удобно. Сейчас покажу, в чем я запаковываю. У меня есть градация, я по-разному могу запаковывать. То есть, если дешевый товар, то это просто бумага, которую можно купить в долларе. Сейчас покажу ее. Если что-то чуть подороже, там около 20 долларов, то я заворачиваю в такой крафт-бумага пакет. Я их заказывала на eBay, на AliExpress, наверное, они тоже есть. А потом на Walmart, по-моему, тоже можно это все заказать. Ну, плюс у меня там наклейки разные есть, типа я подарочки еще какие-нибудь делаю, типа, ну вот на AliExpress я заказала много маленьких пилочек, и я так прищепкой их красиво Ну, короче, я сейчас что я рассказываю, сейчас я покажу лучше. Так, вот получается вот такая бумага. Вот это вот я именно покупала в долларе. Тут 35 листиков, и она всего за доллар стоит. Достаточно много. Вот, можно еще вот такую цветную покупать. Она в долларе тоже есть цветная. Вот эту именно я покупала в Россе. Там тоже бывают упаковочные бумажки, но там они подороже. Но там как бы интересный принт, поэтому как бы решать вам, сколько вы хотите на это потратиться. Вот, эти карандашики я покупала тоже в долларе. Они вот так вот упаковочками продаются. Это вот сейчас у нас преддверие Пасхи. Пасхальные такие купила. Вот эта упаковка стоит доллар. Как бы, и вот я по одному карандашику ложу, там, навязываю какую-нибудь ленточку. Ну, вот типа такую ленточку я, по-моему, покупала в Walmart, наверное, скорее всего, тоже чуть не очень дорого. Ее хватает на очень-очень долго. Вот. И как бы ложу как сюрпризик, знаете. Ну, как бы это далеко не каждый так заморачивается. Ну, вот мне нравится, то есть, оформлять, да. Плюс у меня тут есть вот такие еще пилочки. Где они тут? Вот. Ну, вот они так лежат, они такие маленькие прям совсем. И я беру вот так прищепку. И прищепляю так, ну, как бы, блин. Потом я еще, знаете, заморачиваюсь, которые у меня такие дорогие достаточно подарки. Ой, подарки, говорю. Дорогие достаточно покупки. Я рисую сама, ну, то есть, открыточки. Это специальная бумага, такая плотная, как картонка такая тоненькая. Вот, я рисую сама, и потом просто пишу с обратной стороны, от руки, что-нибудь, какое-то пожелание, благодарность. Вот, плюс у меня еще есть вот такие открытки, это я тоже покупаю в долларе, они прям, ну, то есть, если не смотреть прям основной, ну, знаете, там в долларе есть большая такая полка с открытками, но они обычно сбоку где-то висят, и их там по несколько штук, по 6, по 8, и они стоят доллар, это как бы достаточно выгодно. Вот, что когда у меня там нету времени написать быстро или еще что-то, я как бы беру такую открытку, или у меня, допустим, нету нарисованных. Кроме этого, я еще использую всякие такие крафт-открытки, маленькие, то есть это тоже. Ну, наклейки вы уже видите, да, тоже такие наклеечки, большие бидончики такие покупаю, использую. Плюс у меня есть такие всякие большие наклейки. Но это все можно заказать на AliExpress по своему стилю, по своему вкусу, по стилю своего шкафа, то есть вы там уже сами решаете. Плюс у меня есть там для дорогих такие всякие подарочки, типа пробнички, типа там маски какие-то, еще что-то. Вот. Кроме того, сейчас покажу, у меня есть еще вот такие вот пакеты. Такие многоразовые тоже, но это для это побольше такие тоже. Они, я больше их использую для
покупок, которые были $40 плюс, то есть от $40 и больше, да, чем дороже, тем лучше запаковка. Ну, как бы я так такую градацию придумала, мне так вот. Ну, и тут пакеты обычные, это, знаете, там обычно eBay какой-то я отправляю в этих пакетах. Вот, и вот так выглядят эти priority mail. Главное, нужно смотреть, чтобы было написано... Сейчас я все найду. Вот. Flat right box. То есть другие, там еще есть другие, они интернациональные, тогда их не нужно использовать, они не подходят. Там еще есть вот такие пакеты, но это пакеты, знаете, они бумажные, и нужно смотреть. То есть летом, например, если их можно использовать, то там в дождливый период зимний, наверное, не стоит. Лучше такие. Но таких нету на стендах, их нужно заказывать через личный кабинет. А, вот так вот я запаковываю свои покупки. У меня, видите, тут еще стоит такая куча мала, там разные бумаги, разные воздушные штуки, чтобы, если что-то нужно запаковать, хорошо. Вот такая вот вещь существует. Ну, вот, наверное, все. У меня также, конечно, есть всякие там ленточки различные, вот. Таким вот образом я все это запаковываю. Кто-то хочет этим заморачиваться, кто-то нет. То есть решать, конечно, вам. Принимать решение самостоятельно. Всем спасибо за просмотр. Всем любви, добра. Пока-пока.